Всем привет, котята! Меня зовут Лана, и сегодня у нас долгожданные прятки с ребятами. Привет, Лео, Ульяна, Стив, Ева, Ёши! Как вас много? Привет! 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 Привет. Итак, наконец-то мы собрались все. Правила, я думаю, все уже помнят, поэтому сейчас вы посмотрите, какие костюмы у ребят, а я пойду искать. А, ребят, давайте подсказочку. Вы вообще хоть где? Там есть где-то много людей, чтобы там стояли? Вроде не было, много людей не было. У меня да. Ага, то есть кто-то... О, давайте, если у Евы много людей, телепортируйтесь все к Еве. А, да, серьезно? А, хорошо. Ага. Ну да, мне кажется, так будет честно. И, кстати, ребят, так, я уже кого-то вижу. Тут двое. Двое у них имена в скобочках. Даже трое. Так. Так, 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 ребят, но знаете, в чем дело? Я решила немного усложнить себе способ поиска ребят. То есть я не буду кидать трейды, я буду отдавать что-то из инвентаря. И начну я с самых каких-нибудь дешевых повторяющихся штук. Вот, например, вот есть девочка с точкой. Я не знаю, кто она. Я уверена, скорее всего, что это не кто-то из вас, но я из рюкзака отдам ей сейчас какую-нибудь повторяющуюся игрушку, например, курочку. И так я узнаю, кто это. Нет, это Миа за ЗУ-10. Так, ну что, ладно, ребят, давайте хотя бы подсказочку, где вы там? Мы в центре. Вы в центре? А, то есть все-таки там есть люди. Ладно, ладно, хорошо, я бегу в центр и буду вас там пытаться найти. Так, это маленькая луна. Вот что-то мне кажется, что это кто-то из вас. Я не знаю, может кто-то не в центре. Сейчас я отдам из рюкзака. Слушайте, что еще одну курочку отдавать? А, нет, у меня есть о, целая куча шариков. Вот этих. Так, нет, это Людмила. Ладно, короче, собирай тебе шарик. А, кстати, да, я должна отдавать. Если я отдаю предмет, значит, я его отдаю. И мне кажется, что потом мы уже и до питомцев дойдем. Это еще, ребята. Эти, а вот в скобочках. Не, я думаю, что это не вы. Я больше не буду раскидывать предметы. Я хочу быть уверена. А вдруг это я был? Нет, это не ты, у тебя нет летающей пчелы вообще. А вдруг есть? Нет, этого не может быть, я не хочу больше ничего отдавать. Так, подожди, ребят, Ваня, у меня летающая пчела. Кто-то взял такую же летающую пчелу, как у меня, и меня спалили. А ты прям на ней можешь летать? Да, конечно. Тебя зовут Мидас Ан Юникорно Акамба Де Унтрейн Юкаро, плиз. Да, это ты? Да, это мой новый ник, Лана. И все подписывайтесь на мой, хотел сказать, инстаграм. У меня нет инстаграма. Подписывайтесь на мой Роблокс. Это мой новый ник, вот прям тот, который сказала Лана. А, Лео, это не может быть ты. И даже если это ты, ты куда-то улетел на пропеллер, я тебя просто не достану теперь. Да. Ладно, ладно, ладно. Я тут... Слушайте, а если вы в центре, то где? Вот какая-то Майя на кенгуру, но это тоже точно не вы. Ну, ребят, ну и так не может быть, подождите, меня кто-то обманул, по-моему. Так, я вижу какую-то Джелли. А, очень красивый у нее такой образ, я надеюсь, что это кто-то из вас. Так, давайте-ка сейчас я попробую отдать Джелли из рюкзака мороженку. Ева! О боже! Слушай, Ева, очень красиво, дай на тебя посмотрю. Вот тебе теперь за это мороженка. Да, здорово, можешь с ним выходить. Это погремушка, по-моему, если я не ошибаюсь. Итак. Спасибо. Первая найдена. Кстати, вы помните, что в прошлый раз Еву я находила в самой последней. Так. А, вот еще какая-то девочка, Соймита. Не, мне кажется, что это не вы, ребята, чего-то, вот что-то мне подсказывает, что это... А это кто? Так, вот тут кто-то хвостатый, которого зовут Ли. И давайте попробуем отдать этому Ли... А, футбольный мяч. Ульяна! Как же так быстро ты... Я думал, это Брюс Ли, я думал, сейчас он воскреснет прямо у тебя в видео. А, кто? Брюс Ли. А, Брюс Ли. Ну, похоже, кстати, да, на Брюса Ли. Можешь идти посмотреть, я заодно посмотрю на тебя. Ладно, ты хитрая. Ладно, это, понимаешь, не могу я подходить вот так вот по лице сходу. Ладно, хорошо. Так,
А, ну, мы, в принципе, вы где-то тут, тут хотя бы просто в городе, да? Ой, я кого-то еще вижу. Кто-то там с коляской пошел куда? Так, ладно, не знаю, я не хочу далеко отходить. Мне кажется, что вы можете быть здесь. Так, ладно, тут эта девочка, которую ты хотела поймать, переписывается на английском с другой девочкой. Я сомневаюсь, что это кто-то из нас. Или это кто-то из вас, кто хочет меня запутать настолько, чтобы я никогда его не нашла и отдала все предметы у себя в инвентаре. Ну, кто на такое пойдет переписываться с девочкой на английском, например, я? Ну, в общем, нет. Так, секундочку, подожди. А, так, тут кто-то переписывается не на английском, а на итальянском. Я не понимаю, на каком они переписываются. Какой-то детка на... Это испанский. На миллион. Испанский, да, да, отлично. Я не успела увидеть детка на миллион в пузыре. А, куда-то укатилась. Мне кажется, что это не вы. Так, ладно, Ева, Ульяна, давайте, вы со мной хотя бы. Мы думаем, что... Кто там летает? А кто там летает? А кто там кто полетел? Летает? Я уже не догоню. Так, а подождите, я же могу догнать. У меня же есть питомец, на котором я могу летать. Чего ж я жду? Так, кстати, Лео, спасибо тебе за то, что подарил мне этого ледяного дракона. Теперь я могу... Помнишь его еще? Конечно, Лана, конечно, я помню. Этот день, когда Лана получила дракона, я даже его сфотографировал, но фотку потерял. Да, но он мне... Так, я кого-то вижу, Так, Лулу, это кто-то из вас, так, Лулу очень прыгает, очень порно хочет пескариться, Лулу, стой, ага, остановилась, так, может, это правда кто-то из вас, так, я убежала, так, Лулу у нас получает какую-нибудь игрушечку, я пока раздаю такие, знаете, не очень редкие вещи, потому что мне пока страшно, и нет, это, подождите, так я уже и отдала один такой шарик, серьезно, о боже, в общем, девочка от меня получила просто два шарика. Так, тут кто-то. Вот этого я подозревала, вот этого кого-то, вот этого, кто тут прыгает. Надо только его. Как бы его так поймать. Ребят! О-о-о-о! Так, кто-то пошел кататься. Кататься на качельке. Так, секундочку, дайте я разгляжу сначала. Мне кажется, что это вполне может быть Лео. Почему-то. Вот почему-то мне кажется, что Лео с павлиньим хвостом это прям идеально. Так. А сейчас, я тогда, раз я почти уверена, я буду отдавать питомца, ставки возрастают, у меня целых 4 пумы, поэтому я отдам пуму. Стив! Я нашла Стива, ребят! Ой, Стив, держи пуму, отлично, у Стива теперь есть пума, вот он Стив, вот пума Стива, Стив купается, Стив просто прекрасно выглядит, но знаете, вот Стив, Лео, вы похожи, вы очень похожи мыслите, поэтому я думала, что это Лео. Дай-ка я посмотрю, Стив, стой! Стив, вылези, я тебя посмотрю, пожалуйста. Стив, выпрыгивай. Стив, пожалуйста. Красавец какой красавец. И конфетка, даже и юбочка, все прям подходит, мне очень нравится. Так, Ева, Ульяна, смотрите на Стива. А вот я вижу Еву, да? А Ульяна почему-то не вижу. Я на батутах прыгаю. На батутах. Подожди, вот так, все, отлично, все здорово. Так, мне, значит, осталось... найти только Йоши? Получается и Лео. Так. И Лео. Забыл про меня. Дракон ей подарила, а она забыла про меня. Ничего себе. Не зря я потерял фотку этого дня. Я почему-то подумала, что ты и Стив, как бы вы одно существо, и как бы и сойдет. Слышал, Стив? Вот это дичь. Ну, может, вы вместе собирали этот костюм. Итак, Лео и Йоши, где же вы можете быть-то? Какая-то вот есть Наталья, Дарк Принцесс, Фейри, кто? Ладно, Наталья. Я как раз люблю такие ники, все да? Верно, да. Нет, вряд ли, она опять пишет что-то на испанском, я не думаю, что это вы, ребят. Вот какая-то Королла, у которой уже есть вот такой вот один шарик. Я не знаю, может быть, я ей уже просто его дарила. Какая еще, как это корова? Королла? Это как Тойота? Да, тут девочка, в общем, как Тойота. Я отдам ей, нет, питомца не буду отдавать. Мне кажется, что это слишком. О, у меня же есть конфетки. Редкие конфетки, которые, не знаю, можно получить, а уже можно не получить. Это, конечно, дешево, но нет, это какая-то Жасмин Деяна Валерия. Ладно, держи конфеты. Я думаю, что в следующих выпусках мы усложним, и я буду отдавать только питомцев. А сейчас пока что... Ну, я тренируюсь еще. У меня так питомцев не останется. Я не могу никого найти. Так, ребят. Так. В общем. Может, Наталья все-таки это кто-то из вас? Давайте мы проверим. Так, Наталья
холодно, говорит Наталья. Слушайте, если это Лео или Ёши, я не знаю, я буду очень долго смеяться. Так, Наталья. А, Наталья получит от меня, что у меня есть? Мышку-поводок. Мне как раз недавно ее подарили. Лео! Серьезно? Обалдеть! Я не знаю, как это прокомментировать. Ладно, тут ребята думают, что я говорю с ними на испанском, но я ни слова не знаю. Ты просто пишешь слова на испанском и всех обманул, даже меня? Да. А, неплохо. Смотри, неплохо. Смотри, ладно, вот мой испанский. Так, ребят, кто-нибудь может это перевести? Не, ну там есть настоящие слова, на самом деле. Некоторые я копирую, некоторые я просто знаю, потому что был период времени, когда я учил испанский, и буквально несколько фраз. Ми густо. Ми густо, простите, ми густо, да. Ладно, слушайте, ну пока что, я даже не знаю, так, вот еще какая-то девочка, я, знаете, вот мне кажется, что это может быть Ёши, потому что больше никого нет. Сейчас я попробую отдать Ёши, если это Ёши. Я уже начала сомневаться, что это Ёши. Я хотела, у меня есть два подарка, я отдам подарок. И это, нет, это какой-то Бодрик. Бодрик 2, ладно, забирай подарок, Бодрик 2. Ага, летающий кот, вот если бы я сразу знала, что у Бодрика 2 летающий кот, я бы точно поняла, что это не Ёши, у Ёши же нет летающего кота. Ладно, ладно, посмотри, какой шикарный поводок ты мне подарила. Поводок-рулетка, посмотри, идеально подходит. О, да, выглядит супер круто. А Бодрик открывает подарок и открыла, по-моему, там бумеранг. Да, обычный бумеранг. Ага. Да, ну неплохо, неплохо. Так, секундочку. Подождите, мне кажется, что вот это может быть Ёши. Пожалуйста, так. Вот тут кто-то стоит. Кто-то... Ёши видел бумеранг, значит, это может быть Ёши. Так, секундочку, у меня есть... Я в чате увидел вообще-то. Ладно, я все равно попробую отдать второй подарок. Второй подарок вот этому парню. Нет, подожди, нет, это точно не Ёши, это точно не Ёши, у него шибер светящийся. Мне кажется, Ёши не успел бы светящегося сделать. Он светящийся или нет? Да, у него хвост светится. Ребят, я совсем... Уверена? Я не знаю. Ладно, давайте проверим. Так, парень, стой. Побежал от меня куда-то. Так, может быть, это все-таки... А откуда у Ёши тогда светящийся шибер? Что? Нет, у меня нет. Ну тогда, значит, это не ты. Ну, может, не я. Или ты? Или я. Ребят. Или ты Сара, вот какая-то Сара тут есть. Так, Сара, давай-ка ты у нас получишь. О, у меня же есть еще одежда на питомцев, которая повторяется. Вот это вот, как это, жабо называется. Нет, это что? Сара. Ну, короче, для питомца такая штука. Лео, это твоя подруга, что ли? Так, а вот и парень здесь, он все-таки тут. Стойте, уважаемый. Тоже... Так, подождите, он с вами разговаривает, возможно, он вас знает, но я хочу все-таки проверить. Я отдам ему, давайте отдам подарок, и это... Ёши, это ты! Откуда у тебя светящийся шибер? Я вот за счет него только и вылез, потому что ты же знаешь, что у меня нет светящегося райд-шибера. Но я сегодня зашел в Adopt Me, и мне случайно вручили, я потом уже не смог найти этого человека, и большое спасибо тебе. Да, ну и вот, в общем, шибер у меня. Обалдеть, а теперь еще и подарок. А теперь еще и подарок, так. Что, ты дольше всех продержался? Получается так. Так, и что у тебя там? Анка-монка. Я даже не знаю, что это. Это какая-то, я не знаю, игрушка какая-то, наверное. Бутылка протеина? Серьезно? А, может она тратится, не знаю. Так, ну что, ребят, я нашла всех. Давайте на вас еще раз посмотрю. А где Ульяна? Мы Ульяну потеряли? А, нет, вот она. Я тебя перестал. Я вообще, короче, ты снова спряталась от меня. Да, у меня такой капюшон. Довольно секретный капюшон. Да-да, именно так. Так, ну что, мне очень нравятся ваши костюмы. Они просто шикарные. Я не знаю, наверное, не будем сейчас делать второй раунд. Пойдемте все куда-нибудь станем, чтобы могли друг на друга посмотреть. Не знаю, на мост. На мост? Пойдем. Все на мост. Все на мост! Так, вот тут вот на фоне, я, наверное, даже спрячу питомца, потому что он слишком много внимания на себя берет, а я хочу посмотреть на вас. Ребят, ну вы очень-очень классные, все здорово, обалдеть. На самом деле сложно было очень вас найти, но мне понравилось. Мне тоже. Подождите, Лео со Стивом уже танцуют, я тоже хочу. Ой, Ёши танцуют, ребят, давайте танцевать. Так, я выберу вот четвертый танец. Отлично. Ты меня ногой только что задела, ты затоптала просто. Прости, пожалуйста, прости. Вот смотри, что творишь. Так, осталось только
только Ева. Ева, ты что не танцуешь? Ты такая, типа, вся красивая медуза. Отлично, теперь мы танцуем все. Немножечко не в тему, но мы даже оставили проход для людей с колясками, которые мимо нас тут ходят по мостику. Но знаете, мне очень понравилось, поэтому, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, чей костюм вам понравился больше всего из ребят, потому что мне кажется, ну... Это было здорово. Я даже не знаю, какой мне костюм больше всего нравится, но все вообще просто умнички и молодцы. А сейчас, в честь этого, я, наверное, давайте, раз я так мало питомцев раздала, я раздам всем по питомцу. Так, что у меня есть? А Стив получает бобра. Так, а Лео получает... О, обезьяны, Лео, у тебя же нет, наверное, обезьян. Держи, это совсем новые питомцы. Так. О, шикардос. Ага, так, Йоши... Нажать бы на него еще. Йоши получает. А вот простого тебе песика. Вот тебе же нравятся песики. Вот тебе еще вот такой вот песик. Так, а Ева получает. Это сложно. Что бы хотела Ева из моих питомцев? А давайте, наверное, подарим Еве пчелу. Ева, у тебя есть пчела? Ну даже если и есть, вот теперь будет. Так, а где пчела? Пчела отдалась? Пчела. Вот она! Отлично! Так, и осталась Ульяна. Пожалуйста. Так, и для Ульяны у меня есть... А, нас переехала! О, боже! Так, Ульян, собака Динго! Ой, спасибо большое. Ну что, я думаю, теперь все довольны, мы можем с своими питомцами отправиться в кемпинг. А пока вы, ребята, будете, мы пойдем в кемпинг. Все за мной! Обалдеть, какая огромная просто тусовка, и никого узнать не могу. Ну что, мы отправляемся в кемпинг, чтобы там немножко повеселиться. Мне кажется, что это будет довольно весело. Знаете, шутка, когда за вами бежит такая толпа. Да, а, кстати, Стив куда-то ушел. По-моему, Стив решил не идти с нами, ребят. Лео, ты там как-то можешь на него повлиять? А подожди, Лео, а ты сам где? Я тоже не убежал, я тут обезьянку переименовывал, имя ей давал. А, ну ладно, в общем, мы сейчас добежим до кемпинга, а вы можете ко мне телепортироваться, и я думаю, что на этом мы с вами закончим. Было здорово, я думаю, что мы еще обязательно снимем такие видео на другие каналы и с более высокими ставками, потому что я могу накупить, например, всяких яиц или подарков и раздавать их за попытку угадать, мне кажется, это будет круто. Давайте-ка все сядем вот тут вокруг. О, да, ребят, просто шикарно, смотрите, можем взять зефирки, нажарить зефирки, и будет здорово. Так что, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчики, мне очень понравилось, это было здорово, а на сегодня все, всем пока, ребят! Пока! Пока! Пока!